بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Пятое из средств достижения счастливой жизни – поминание Аллаха. Действенным способом достижения и умиротворения является частое поминание Аллаха. Поистине, поминание Аллаха обладает удивительным воздействием на душу, приносит ей покой и радость, а также избавляет ее от беспокойств, тревог и печалей. Всевышний Аллах сказал: «Аля бидикри Аллахи татмаинну л-кулуб». Поистине, только в поминании Аллаха находят успокоение сердца. Такое великое влияние на душу поминание Аллаха несет само по себе из-за особого свойства, которым оно наделено, потому что поминание содержит надежду на вознаграждение и награду Всевышнего.